Доктор, каково самочувствие Эдварда Джеймса Пауэлла? Он мертв? В смысле, он мертв? Скончался. Мы совсем справимся. Я всегда говорю подписчикам. Такие испытания. Повод репостнуть, лайкнуть и подписаться на канал. Если вы это смотрите, значит, я мертв. Дэниел имеет полное право забрать себе наследство. Целиком? Целиком. Вы не получите ничего, если не выполните несколько условий отца. Проведете выходные все вместе. Едем, конечно. Нет! Это мачете вам подойдет? Да, вполне. А если, предположим, с наследником произойдет несчастный случай? Точняк! На уединенном тропическом острове. Тут здорово! Это для Дэниела. Дэниел не нюхает. Это яд. Для аромата. Идеально. Это наши деньги? Оу, он ничего мне не оставил, так что я сам возьму. Дэниел? Происходит что-то странное. Вся семья в сборе! С ума сойти. Чего ты лично меня посылаешь? Потому что ты старший. Мы двойняшки. Мы рядом. Мы ж семья. Все белые, полные психи. Я хотел зайти к Дэниелу. С подушкой? Кто из вас не пытался меня убить? Дэниел должен умереть. А если Дэниел выжил?